Фортуна – это удача. Удача – это когда тебе повезло. День везения, когда всем людям везет. Везение – это когда человек делает все хорошо. Есть выражение «фортуна человек» – это когда ему всегда везет. Эй, ты, фортуна чувак! Это когда тебе что-то удалось сделать. Фортуна – это то, что когда счастье происходит. Вот, например, устраивают на день фортуны любые игры, и любым людям везет. Повезло – это когда ты не надеялся, но оно исполнилось. А на перемен надо все делать как следует и всегда. Только на одно везение полагаться нельзя. Надо себя быстро вести и быстро есть.